Всем привет! 19 января сегодня 2021 года. Захожу утром. Ну, кормить хозяйство наше, а у вас Сонька родила. Вот они. Первый пошел. Троих родила. Одного мертвого родила она. Да, выходи. Это вообще интересный, черно-белый. Ну-ка, Тима, подожди-ка, сейчас посмотрим сразу, кто это. Ну ничего, шустренькие такие. Так, это девочка будет, красавица. Девочка, а это кто у нас? А это у нас мальчик. Девочка и мальчик. Сонька родила, вот она, Сонька. Скоро на подходе вот это. Вот она, мамаша. Тоже пузо вон какое. Так что один родился мертвый. Она в рубашке. Она даже не обгрызла ему. Ну вот такие сегодня у нас дела. И еще у нас вот такое событие. Снимай отсюда. Посмотрите, кому мы привезли. Ой, ты такое хорошее. Медвежонок. Это медвежонок, алабайчик. Алабаяха, это девочка. Идем, не бойся, она еще боится. Ей 45 дней сегодня. Вот она, посмотрите, какая она у нас будет. Она такая серьезная. Посмотрите на ее лапы. Это будет медведь. Это девочка, у нее это алабай. Алабай папаша там огромный. И мать кавказка. Ну смотрите, скоро вы увидите, через полгода, какая-то девочка будет. Насчет хана, хан убегал. Сейчас вот Багира уже старенькая. Ну нету такой это, Багира вот зимою. Например, у нас курятники в тепле, она холода боится. А конь, блин, наш вообще расчувствовался. Поэтому смотрю, щенки есть крупные, хорошие. Вот для охраны взял. Вот такую девочку взял, да? Она уже с Багирой подружилась. И с ханом 45 дней девочки. Она, посмотрите, какая. А то она наша хорошая. Поэтому... Ну-ка, иди сюда. Надо ее еще как-то назвать. У кого есть там предложение? Дай-ка. У кого есть предложение? Может, кто-то подскажет имя? Вот она, какая у нас девочка. Ну-ка, Тима, по эту. Пускай она поднимет мордашку. О. Девочка будет в два раза крупнее, наверное, Багиры. Уже кушает, все хорошо. Сейчас приучим ее к своему хозяйству. Идем, мою кошку. Вот она такая. Она. На. Блин, вот имя бы ей еще дать. Вот она. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Попугаи хотят кушать, вот они, смотрите, подлетают. Иногда приходишь к кому-нибудь. Или смотришь, видео присылают. Хозяин стоит вот так возле клетки, возле вольера, и попугай. Я говорю, у тебя попугаи голодные. Попугаи реально, они... По попугаям можно определить, кто голодный, кто не голодный, кто у кого что происходит. Они показывают это сами. Когда они голодные, заходишь, например, и попозже чуть начал... Это, зашел попозже покормить. Вся стая сидит вот возле вот этой сетки и смотрит на тебя. Первый признак того, что кормушки пустые. Пойдем наверх, поднимемся. Сейчас скорее посмотрим. О, как раз они вышли. Ну, этих птенцов уже, этих морских свинок тоже уже заберу. Ну, смотрите, вот этот прям оранжевый, прям сразу. Да, и вот этот тоже. Прям оперение сразу же оранжевое. О, запищала она. Сейчас яичко дадим им.
Так, ну-ка, не все там. Девочка, сейчас мы... Она сейчас багиры в курятнике. Эти уже... Ну, у нас так прилично, прохладненько, по 15-20 градусов, но она... Эти щенки уже жили на улице. Да, привезли мне... Егор, здорово. Ну, хорошего вон самца привезли, Амадина. Теперь у меня две пары, вот он молодой. Самец будет. Где ты? Молодняк весь разобрали. Оранжевых, желтых, все-все забрали. Опять канарейка осталась. Вот пестрый, несколько штук. От всех вот от них, от всех-всех забрали. У этой пары оказалось все пустое. Она ему гнездо по-новому поставила. Вот она, эта пара краснодеревых. Почему оказалось все пустое? Самцов много. Самцов 5 штук было. Видимо, самец ее не потоптал. Ну, там каша такая была. Она просто снесла яйца. Я начал всех проверять, они все пустые. Ну-ка, Карел. А ну вот здесь и самочка тоже сидит, там 4 яйца или 5 яиц. Вот один самец у них. Один умер, один вот он уже его надо будет переселять. Ну, такие дела. Так что такое у нас приобретение. Может, кто знает имя девочки, ну там имя надо серьезное какое-нибудь дать. Подскажите, сейчас в интернете поковыряемся, посмотрим. Может, кто что посоветует такое красивое. Ну там будет, там деваха будет, ой-ой-ой. Поэтому вот так. Алабай. Ну, алабайка, она больше походит на алабайку. Теперь у нас такая охрана будет скоро. Сейчас мы ее поохраняем где-то полгодика. А потом она нас будет охранять. Сперва надо собаку поохранять. Ее надо обязательно подрессировать. Пойдем, не спустимся. Сейчас пока не включаем, спускаемся. Ну, она боится всего. Боится. Руки боится. Сейчас, да. Ее надо будет полгода подрессировать, поохранять, а потом она нас будет охранять, да. Ты нас будешь охранять. Не знаю, на цепь мы ее будем сажать, но у них на цепи башку сносят. Это очень серьезная порода собак. Ну, зато это наша будет охрана, да? Пахнет еще ребенком. Ты еще ребенком пахнешь, да? Тебе 45 дней всего. Ну все, так. Таких у нас. Теперь такая у нас охрана. Уши, хвост купированы. Вот они, все. Без ушей, без хвоста. Вот такая девка у нас появилась. Ладно. И морские свинки. Все рожают. Что там? О, пошла, сними. Встала, видите, у нее даже. Она боится. Что-то она боится, блин, не пойму. Ну ладно, все, всем пока, скоро увидимся.